Всем привет! Хочу вам рассказать о своих романах, которые я пишу, стихи, которые я сочиняю, и ужасы воплощаю. А также я пишу стихи из своих снов. Некоторые писают в дневниках свои трогательные моменты, свои переживания, свои неудачи. А я описываю все в стихах, в поэмах. Иногда я так придумываю, что получается у меня роман. Конечно, я еще пишу рекламу. У меня мечта есть. Хочу стать писательницей. Хочу, чтобы мне все исполнилось. Хочу, чтобы мне все сбылось. Стать тем, кем я хочу. Быть тем, кем я желаю уже много лет. И надеюсь, у меня эта мечта сбудется и исполнится. И у меня все сбудется. Мои желания, мои переживания перестанут отталкивать меня. И все-таки я надеюсь, у меня все сбудется.